В Ишимский кадровый центр прибыла делегация из Ненецкого автономного округа. Цель визита – обмен опытом по модернизации службы занятости. Напомню, это первый в Тюменской области кадровый центр. Его открыли в декабре прошлого года. С клиентами здесь работают по новым технологиям. По итогам опросов, с момента открытия центра уровень удовлетворенности соискателей вырос на 15%. Очень интересен опыт по переобучению. Вот, мы учим, но вот мое мнение недостаточно. Думаю, что мы вот этот опыт тоже будем перенимать. И интересна работа с трудной жизненной ситуацией и бизнес-ситуацией. Поэтому эти все моменты, которые по приезду мы будем отрабатывать. Поэтому никакой другой оценки, кроме как отлично, конечно, я не могу поставить. Тем более, учитывая, что те показатели, которые мы снимали там до внедрения жизненных и бизнес-ситуаций, и сейчас на текущую дату, они говорят о том, что качество показателей улучшается. Ишим, Ишимский район – это один из самых низких уровней регистрируемой безработицы в Тюменской области.